молодость всегда юна. Стареют только поколения. И боксеру моего возраста уже не хватает силы и выносливости, чтобы биться, как одержимый, от гонга до гонга. Времена изменились. Зачем ты достала кольца? Больше нечего. Твой пояс уже продали. Послушай, Лиззи, я сегодня за бой с Эндли получу $40. Угу. Мы оплатим все наши долги. Еще останется. Не молчи, Лиззи. Ответь мне. Говорят, что Сэндл сегодня делает тебе. С имеющимися долгами уже нельзя было занять продуктов даже у соседей. Сейчас есть шанс. Но Лиззи можно понять. Сэндл молод и свеж. А я ни черта не ел со вчера. Но за мной опыт. Я сумею заработать эти $40 сегодня вечером. Я выиграю этот бой. Не веришь? Когда-то, 20 лет назад, я положил старого Стоушера Билла. Старик не хотел сдаваться, и я страшно его разделал. Может, Билл в тот день был голоден и тосковал по куску мяса? Старый Стоушер ставил на кон куда больше, чем юный я, сражавшийся ради славы и легко доставшихся денег. Все-таки ты в меня не веришь. Том! Я не лягу. Буду ждать тебя. По пути в клуб я проходил мимо склада. Там трудился тот самый старик Стоушер Билл. Он таскал коробки с тех пор, как я вышиб его из бокса. Все, грузишь, Билл? Стоушер, что ты там возишься? Иду, босс! Иди, Том. У тебя сегодня Сэндл. Тебе сегодня придется не сладко. Стоушер Билл пришел сегодня. Я помню, как тогда, 20 лет назад, он, словно ребенок, плакал в раздевалке. Дамы и господа, в левом углу ринга 20-летний Билли Сэндл. В правом углу ринга 45-летний Том Кинг. Thank you.
Можно лишь дождаться 10 секунд. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодость взяла свое. Тебя жена ждет. Разбогатеешь, отдашь. Я понял тебя, старик Стоушер Билл. Теперь я понял, почему ты тогда плакал в раздевалке.